Блять. Ты нормально? Не завис там сервер, все дела? Нет, скажу. Или я просто по нему не попал. Наверное, я просто не попал по нему. А, удал? Бил. М-ка глушённая. Он же сюда перешел. Может быть и он. 39-й. О, это он, походу, да. Он уже, наверное, к выходу просто бежал в эту сторону. Ну, наверное, подумал, что он нас с этой стороны совершал. Я на лестнице. Другую. Пролома. Я на первом этаже. Аня, блин, без маски зашла в дискорд. Ой, спасибо. Ты тут с фонариком? Да, ты заплатишь, а тебе будут тоже. Ну, нормально, да. Кто ходит? Я по второму. Вид дальше. Тихо. Ходит. Я стою. Вертолета. Убил. Ау, кстати, вот он и стрелял, наверное, все это время ходил по всей карте. Мне так и показалось, что ау, у него звук характерный такой. Да, он еще плюс багованный, он стреляет. Багующийся, да. И эхо потом такое. За камнем у меня. Я у камня. И он у камня. Со стороны беспилотника. Я со стороны дома. А, со стороны, все, поняла. Это ты работал? Нет. На холме кто у меня? Нет. Я у камня. Пробежка. Убил. Одного убил. Он где-то у дома у Вита. По-моему, да? Да, он тебе подбегал? Да, да. Он меня убил там, в упоре был. Ну, он там ходит. Так же у дома. Вижу. Пошел в твою сторону, он обходит камень. К тебе идет. С левой стороны от тебя. Он дальше убежал. Он просто убегает дальше. Это Мосинка его встречает, походу. Слева у меня где-то. В яме. Убил одного. Какая-то Мосинка еще была. Да что, да, у меня подо мной ходит. Да, прям подо мной. На гранате. Убил. Убил. Закрыл квест. Бежит тут. Откуда? Откуда мы были? Ты двигаешься? Я немножко подвигалась. На выходе уже. Я к выходу сбегаю. Что я сделал? Что? Хочу убить. Убить. Я убил его. Вид, пока мы в рейде с 53-й уровень. Сейчас в игру перейду, у меня 228-я ошибка, которую пофиксили, задолбало. Кто тут у нас такой? С твичевской повязочкой. КМ брать не буду. Костик, где он? Я забыла пожрать. Сейчас ставьте галочку. Зачеркивайте бинго на этот рейд.
Кто-то поднялся так, как мы заходили по ступенькам. Чевыки. Минус два. Так, следующие твои. Где они там? На складах, говоришь? Где-то там, да. Там челобот уже ходит или чевок, интересно? И бежать сразу. Наверное, челобот. Крыса. Все, убил. Нашел этого типа, бля. Просто мне смешно с этого. Я даже когда ролик монтирую, блин, какой-нибудь, я его проверяю пару раз. Нет ли где-то косяков там со звуком или все в порядке. Эти просто записали и выложили в игру за 5000 рублей, нормально. Вот это вот тоже чат, смотрите. Вот это вот нормально, смотрите по-вашему. Полка. Тихо. Ходит. Во дворе. Пикает, блин, стоит. Ага. Ну тут нет на этих полках? Кто там бегает? Пять вин. Маленькие пакости каждый день. Челобат? Да, второй уже. Все, блин, этот гладиатор. С10. Военная фигня. Это новая? Нет. Военный беспроводной передатчик сигналов. Task Force? Чего, блять? Какого хрена здесь логотип Task Force? Task Force — это плагин для TeamSpeak, для Армы 2, Армы 3, который вот эту типа рацию позволяет разговаривать. Ну, видимо, пасхалка. Странно. Что она тут делает? Таркове-то. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.